Рабочую поездку в Воронежскую область заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Владимир Кашин продолжил посещением Воронежского авиационного завода, первенца отечественного самолетостроения. Сегодня Воронежское акционерное самолетостроительное общество единственное в стране производит дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские Ил-96-300 и транспортные Ил-96-400. Успешно выполняется госконтракт на строительство 15 самолетов Ан-148 для Минобороны России с поставками до 2017 года. Пока эти машины производят по кооперации с киевским заводом «Авиант». Однако у ВАСО есть все возможности по импортозамещению необходимых деталей и агрегатов. На сегодняшний момент разрабатывается кооперация, уже подписан ряд договоров о производстве шасси на самолет в Нижнем Новгороде. Да. Yes. Поэтому это узкое место мы по-большому расшиваем. Да. По двигателям. Есть намеки у объединенной двигателестроительной корпорации, но если коснется крыла, который мы от Украины получаем, то, собственно говоря, подготовка производства и оснащение, мы готовы это крыло делать через 8-10 месяцев. Кроме производства самолетов, ВАСО занимается поставкой узлов и агрегатов для современных региональных лайнеров «Суперджет» и для Ульяновского авиационного завода. Долгие годы руководство КПРФ боролось за Воронежский авиационный завод, добиваясь на федеральном уровне сохранения для него необходимых заказов, чтобы не потерять уникальное производство и коллектив. Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Владимир Кашин вместе с однопартийцами возложили цветы к памятнику легендарному штурмовику Ил-2, установленному в честь трудового подвига воронежских самолетостроителей в Великой Отечественной войне. Сегодня все сделано для того, чтобы мы набирали людей сюда. И прошлый год это плюс 500 человек, молодых ребят. Восстановлены сегодня профессиональные классы на уровне техникума, чтобы подготовить своих электриков, слесарей, клепальщиков, то есть лучших по профессии людей, и которые бы могли здесь приложить потом свои знания. Мы видим, что сегодня и 96-я машина поставлена на крыло, красавец машина. Мы сейчас побывали непосредственно и в 7-м цехе, и посмотрели салон, посмотрели, поговорили с инженерными работниками, с руководителями производства. Видим, что перспектива очень приличная у этого самолета. Мы видим, что линейка будет расширяться не только это виповские самолеты, не только это самолеты для управления делами, или там ФСБ, или Министерства обороны. Мы убеждены, что здесь будет, безусловно, заинтересован и Аэрофлот. 148-я машина, она тоже практически на ходу и с точки зрения решения вопросов импортозамещения. 96-я машина 100% готовится сегодня в России. Это российский чистый самолет. Это очень важно.